Официальную информацию по ситуации с коронавирусом в Чувашии можно получить в соцсетях. По поручению временно исполняющего обязанности главы Чувашской республики Олега Николаева ВКонтакте создано сообщество «Чувашия без паники». Там будет размещаться актуальная информация. Кроме того, в разделе «Обсуждения» можно сообщить об отсутствии медикаментов и продуктов в вашем населенном пункте, а также росте цен на них. Кроме того, на днях правительство России запустило сайт «StopCoronavirus.RF». Работает единая горячая линия 8 800 2112. Среди мер по предотвращению распространения инфекции по территории республики, обеспечение жителей средствами индивидуальной защиты, к решению проблемы нехватки медицинских масок подключится УФСИН России по Чувашской республике. Об этом в ходе рабочей встречи начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашии Александр Робота сообщил в РИО главы республики Олегу Николаеву. Мы сейчас по поручению правительства, вот, система вся должна отшить 100 миллионов масок. Мы будем отшивать где-то в ближайшей перспективе, вот несколько недель, наверное, 1 600 000. Это для наших фабрик, наших предприятий. Такая задача стоит. Александр Робота также отметил, что учреждения УФСИНа вышли на полное самообеспечение по овощам, свинине и молоку. За прошлый год объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг превысил 890 миллионов рублей.